рассказывает тебя о чем-то прекрасном и даже привлекательном. Откуда же в молодом человеке такая тяга к потустороннему? И прямо с мороза, радостный и румяный, сбросив ставшую уже ненужной, отяжелевшую шубу, Николай широкими шагами прошел через анфиладу комнат, на ходу здороваясь с гостями. Навстречу ему поднялась хозяйка дома. Николай Трофимович, голубчик, почему же вы все время опаздываете? Возьмите хотя бы яблоко. 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 Шескую стену.